месяца я уже нахожусь здесь, в Минске, в Беларуси. До этого мы в Таиланде работали гидами-экскурсоводами. В связи с коронавирусом все стало закрываться, все это очень быстро. Никто не знал, сколько это продлится по времени. Мы должны были всех наших гостей отправить домой, когда началась эвакуация. Ну и с нашими последними гостями, соответственно, мы улетели в Москву. Я должна была вылетать в Бишкек из Москвы, но авиакомпания перелеты отменила из-за пандемии. Аэропорт должен был стать моим домом. Наверное, раз 5 меняли билеты, и они все время отменялись. Как оказалось, что в Москве мы можем находиться всего сутки, именно в транзитной зоне. И у нас, конечно же, был шанс полететь только в две страны. Это Швеция либо Белоруссия, да? И так как у нас у многих Шенгена нет, и мы прилетели в соседнюю страну, то есть это Минск, Белоруссия. На протяжении 2 месяцев мы с моими коллегами, у нас здесь 14 человек, мы находимся здесь. Пришлось снять жилье и уже потихонечку здесь обустраиваться. Все то, что запланировано было, все порушилось в какой-то момент. Вот. Надеюсь, то, что к нашему возвращению домой станет лучше в Кыргызстане, то, что можно будет заниматься чем-то новым. Многие мои знакомые, которые живут на территории Кыргызстана, они до сих пор живут обычной жизнью, так как они внутри страны, да, и они внутри своего комфорта. Никто не мог, наверное, предположить, что так все пройдет. Строились планы, собирались дальше. Когда мы сюда прилетели, мы сразу обратились в наше посольство. Посольство Кыргызстана в Беларуси, ну и, соответственно, они дали нам контакты. Международная организация миграции. Родители ждут дома, друзья, родственники. Отец-то в день по 5 раз звонит, не считая там мамы, бабушки, сестренка, которая говорит, если бы ты уже пешком вышел, ты дошел бы, я посчитала. А родина – это родина, дом – это дом. Мам, вообще огромное спасибо, что они помогли нам и помогают на протяжении всего, всей этой ситуации. Это важно на самом деле.